все родные и дорогие. Спасибо, Господи, за вашу помощь. Дай Бог, вырвемся, помолимся и прорвемся. Договорились? Все. Чем мне нравится наш православный народ, это то, что он ничего не боится и никогда не сдается. И даже когда у тебя насильственно забрали приход, тебя побили, избили, тебя лишили имущества, жилья, тебя все забрали, где остались твои мебли, где осталась твоя жизнь, ты попал в больницу с инсультом, но ты не сдаешься, потому что в твоем сердце Христос, а Христос — это Создатель всего, это наш Бог, который дает нам силу получать радость даже в скорбных моментах. И мне очень радостно, дорогие братья и сестры, что такими скромными трудами наш жизнерадостный канал с Божьей помощью помогает людям. Сотни и сотни людей уже мы спасли, помогли, поддержали, дома строим, покупаем. И слава Богу, Господь дает возможность это делать. Дай Боже, чтобы мы все были под покровом Пречистой Богородицы, и чтобы она нас сохраняла от уныния, от маловерия, и давала нам, самое главное, сильную веру в ее Сына, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Дай Боже отцу Олегу здоровья. Прошу вас молить за батюшку. Будут силы, будут возможности, обязательно будем дальше помогать. Хочу еще сказать в заключение сегодняшнего утра, что наступает первое число через пару дней. Напоминаю, что мы помогаем Валерии, жене Сергия, преснопоминаем упокоенного воина ЗСУ, который погиб под Бахмутом в этом году. 10 тысяч гривен я переправляю в этом месяце ей на помощь. И дай Боже, чтобы с Божьей помощью еще много добрых дел сделать. С вами был жизнерадостный дяк. Пришел после литургии. Сейчас будет небольшой завтрак. Всем хорошего дня.